В МБУ благоустройства произошло обновление автопарка уборочной техники. Теперь пешеходные зоны и дворы города будут приводиться в порядок с помощью новых машин. Мы закупили, 10 единиц тракторов МТЗ-82 с навесным оборудованием. Это отвал, щетка, также пескоразбрасыватель один. Также закупили и поставили нам это фронтальный погрузчик «Амкадор». И 6 мини-погрузчиков Четра МКСМ-1000. Техника закуплена на денежные средства, выделенные администрацией Ленинского городского округа. Еще 8 тракторов МТЗ-82 получили от Главного управления содержания территории Московской области. Уборочные машины всесезонные. Зимой они могут бороться с последствиями снегопадов, а в теплое время года заниматься уборкой улиц от грязи и пыли. А вот сейчас, особенно в переходной период, это также подметание с увлажнением. Это на щетку вешается бочка для увлажнения, чтобы не было пыли. И прицепляется бочка прицепная. Это для уже полива мойки твердого покрытия. После зимы город будет очищен от остатков песко-соляной смеси. Уже сейчас новая техника используется на улицах города. Машинист трактора Дмитрий Черкасов отметил, что новое поколение спецтехники более удобное в управлении. Вот мы сейчас получаем новую технику, современную. Она нам необходима для уборки улиц и территории города. Данная техника хороша тем, что она новая, не ломается, что позволяет нам быстро и качественно убирать территорию. Ежедневно на линию выходит 44 единицы уборочной техники, а 1 апреля в округе стартует месячник благоустройства. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ.